и теперь немножечко по классам, да, препаратам. Чем плотнее препарат, тем чем глубже мы его препарат, тем мы глубже его выкладываем, не работаем в орбитальной зоне, да. А если там еще гиалуронка, тем более не работаем, какой потому что был, он натягивает дает отеки, дает водичку, да, затягивает. Для этой клиентки мы выбрали препарат. Препарат мы выбрали Киара, прекрасный препарат, Корея, с полинуклеотидами. Очень его люблю, очень зашел. Шприц 2,2, прекрасно хватает обработать, там, допустим, не прямо там все залить, но реально очень, вообще очень. Нам хватает. Да, да. Первый шприц всегда, вы знаете, мне, ну, не сильно хватает, потому что более сухая кожа, угу. И, ну, кушать, лицо много забирается. Я же называю, что скушала лицо, шприц практически в лицо. Я пытаюсь контролировать. А потом уже, когда кожа более напитана, вы уже можете растянуть даже на шею декольте и по кольцу Венеры. Подожди, первый раз мы можем вообще через коннектор смешать с каким-то хорошим биоревитализатором. Ну, можно, да. Да, не, но здесь же тоже есть основа гиалуронки немножко. Здесь я к тому, что если нужно и шею, и декольте, ну, да, то да. Вам не хватит 2,5 мл. А есть вот эти вот, помнишь, я брала у тебя, как Yellow Pro, там же там 3 мл получается, кстати. И там же тоже ну, есть разные, есть разные, да. Тоже Корея, по-моему, они. Есть разные препараты, угу. Очень много видов. Я выбрала иголочку 4 мм, будет техника глубоких вколов. Хорошо выходит через 32 G, кстати. Ну, правильно, да. Вы видите, что мы брали на стетик, да. Только с части лица, и да. Мы делаем зона ва. Сейчас я приближу. Так. Препарат комфортный, как бы он практически не печет. Да, модель, что вы скажете? Прекрасно. Вот, видите, как прекрасно. Ну, и анестезийка полежала минут 20 хороших. Ну да, да. В области 20. Глубоких заломов эта техника очень хороша. Она да. Приподнимает реально дно морщины. Ненадолго, но поднимает. Ну и тоже, конечно, желательно это проходить курсово, как бы. Все, что курсово, все-таки лучше работать, да, и кожа отвечает благодарно. То есть это так частенько. Да. Кожа плотная, ну, вижу, да. Иголочку ты будешь менять, скорее всего. Да, я меняю иголочку, да. Ну, пока хорошо заходит, очень хорошая. Работаем хорошими иглами тоже в Корее, да. Производство Корея, фабричные, заводские, с лазерной хорошая заточкой. Хорошая игла, да. Но я вот работаю сейчас с техникой, я смотрела официалов, как они именно вот иглой она работает, да, техники глубоких вколов. Да, мне понравилось. Ну никакой высшей математики. Никакой высшей математики. Там, где вам нужно все-таки попасть в дерму, вы угол под 45 можете ложить иглу. Ну, здесь лоб у нас, да, потому что мы должны понимать, что здесь как бы мы уже немножко, и мы уже на очень месте. Глубоко, и мы уже на месте, да. Если мы говорим... Вот сегодня что-то мы кровим, да, наверное, было и кофеек, и сигаретка, да, Танюшка. Все выполняла, как я говорила. Все переделала, да, зайка? Естественно. Ну, какая у меня хорошая. Зачем нарушать цикличность? Да. Действительно. Стресс для организма делает. Ты не говори, лучше хватит карантина. Лучше косметологу сделать. Ничего. Танюшка у нас в адеквате. Крошечки здесь будут. Мне нравится это выражение, знаешь? Психическая система. Да, да, да. Ну, вот видите, морщина, вот я иду по морщине, допустим. Да, то есть ты могла бы идти линейно ретроградно на обратном ходе вставлять препарат. В данном случае ты предпочла другую технику.